зовут Антон Овчинников. Я в составе украинской делегации изучаю культуру Рурского региона, а именно фестиваля Рур-Триеннале. Мы здесь уже так давно, что у меня успела вырасти борода. Я являюсь организатором фестиваля современного танцевального театра «Зеленка Фест» и керівником, руководителем платформы современного танца Всеукраинской ассоциации. И сейчас у нас в работе находится несколько больших проектов, связанных с использованием постиндустриальных пространств, а также постсоветской архитектуры, которой в большом количестве имеется в Киеве. И в связи с этим мне была интересна поездка на этот фестиваль, чтобы посмотреть, как используют индустриальные, заброшенные или просто нефункционирующие пространства в рамках фестиваля Рур-Триеннале, так как я знал о том, что это одна из специфик фестиваля, что практически все его события организовываются на постиндустриальных пространствах. Ну, мне кажется, что то, что мы увидели, это дает надежду и новые идеи, которые можно было бы использовать. Надежду на то, что и у нас такое возможно, что это может быть интересно, профессионально сделано, и идеи, которые, в принципе, можно пытаться воплощать, несмотря на сложности, но, тем не менее, мы идем вперед. Спасибо. Мене звати Людмила Нечай, я член Ради громадської організації «Конгрес активістів культури». В РУР я потрапила завдяки програмі фонду мобільності від Гете-інституту. Дуже хотіла сюди потрапити, щоб отримати досвід, побачити, наскільки культура може впливати на зміну настроїв людей, тобто депресивні райони, які можуть отримати нове значення, нове життя. На сьогодні в мене маса вражень від мистецьких подій і від того, що я бачила поза основною програмою, яку нам запропонували саме з Гете-інституту. Найбільше враження все-таки справило для мене цим маніфестом, проект, який зроблений на дуже високому рівні. Я розумію, наскільки багато затрачено туди ресурсу. Але, крім того, кожного дня ми проїжджали окраїни міст, де знаходяться ті місця, де ми спостерігали мистецтво. Мене звати Селена Волконська. Я працюю куратором образовательних проєктів, виставочних проєктів на новій сцені Олександрінського театру в Петербурге. Интересен в первую очередь сам фестиваль, потому что, ну, то есть о нем я знаю давно, и, конечно, так я давно работаю в области современного искусства, больше всего мне интересны именно интересны проекты междисциплинарные, да, то есть когда ну, разножанровые, так скажем, и, ну и уже постдисциплинарные проекты. Вот. Это Рур-Триеннале одна из самых ярких площадок в широком смысле слова, где представлены именно междисциплинарные проекты, и то есть они формально, конечно, разделены по направлениям: музыка, танец, ну, театральное искусство, но тем не менее, по факту, это, естественно, проекты, которые соединяют в себе несколько жанров. И, в общем, это в первую очередь мне интересно было увидеть. И, ну, то есть это актуальные проекты, проекты, которые случаются сегодня. Они говорят про то, что происходит сегодня. Во вторую, наверное, очередь интересно то, как подбираются новые площадки для того, чтобы презентовать современное искусство, в общем, и то, какие новые требования появляются к тем произведениям и к произведениям современного искусства, и к там, спектаклям, концертам, то есть и наоборот, как площадки, в данном случае индустриальные, промышленные пространства, живут новой жизнью, приглашая к себе художников, режиссеров, музыкантов. И, естественно, что Рур-Триеннале – это, в общем, одна из крупнейших в этом смысле и успешнейших, что самое важное, крупнейших
экспериментов, наверное, которые удались, потому что это, конечно, все действительно удивляет и поражает, то величие всех этих индустриальных заводов, фабрик, которые сейчас приобрели новый контекст и новую жизнь. И я вижу здесь, что люди здесь активно, в общем, посещают это пространство. Я надеюсь, что не только в рамках Рутриеннале. Меня зовут Григорьева Соня. Я работаю в данный момент на фестивале современного искусства, музыки, театра и перформанса «Территория» в Москве. Плюс я работаю частично на проекте с Гёте-институтом. Мы делаем проект «Хумра», который расшифровывается как «Human Rights Animation», и мы делаем анимацию о правах человека. И плюс я очень много перевожу в театры. Я подала сюда заявку, потому что это один из самых известных театральных фестивалей, музыкальных фестивалей в Германии, потому что у него есть супер особенность, которой нет ни у одного другого фестиваля. Он проходит в Рурской области, и, соответственно, весь этот уклон на индустриальные брошенные здания, в которых происходит сейчас современное искусство. Во-вторых, это довольно сложно приехать сюда просто так, потому что разброс всяких площадок по всей вот этой области и так далее. И раз Гёте-институт дает им такую возможность, то я хотела ей воспользоваться. Конечно, все было невероятно интересно. У меня была невероятно интересная компания, с которой я все проходила и прочувствовала. И мы очень интересно имели возможность все обсуждать и сравнивать наше восприятие и тот культурный контекст, из которого мы происходим. Мне немного не хватило, например, той программы, которая была здесь раньше. То есть мы приехали под конец фестиваля. В начале фестиваля здесь было очень много обсуждений, лекций, экскурсий, введений и так далее. То есть мы этого всего не застали, и для меня это достаточно большое упущение, потому что то, что меня интересует в большей степени в профессиональном смысле, это, конечно, театральный немецкий контекст. И вот его мне немного не хватило. А в остальном все было прекрасно.